доказали, что если есть квадрат какой-то целой площади, то можно его разрезать на кусочки и сложить полоску из клеточек. Но намного интереснее, не все же числа целые, правда? Намного интереснее доказать ту самую общую теорему Байя-Гёрмана. Теорема звучит так. Если у нас есть два многоугольника, у которых одна и та же площадь, то можно один из них разрезать на кусочки и сложить из этих кусочков другой. Давайте я сначала приведу не очень сложный, но надеюсь, вам понравится такой пример. Возьмем правильный восьмиугольник. Ну как получается правильный восьмиугольник? Надо сначала взять там юг, север, запад, восток, и после этого еще пополам поделить все эти дуги. Получается 8 точек, которые делят окружность, что? На правильный восьмиугольник. На 8 равных частей, да. Правильный восьмиугольник. А теперь я возьму две противоположные стороны. Ну, например, вот эти. Вот эту сторону. И вот эту. Они противоположны, все замечательно. Докажите, что площадь этого прямоугольника – это половина площади всего восьмиугольника. То есть, если я обозначу А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х, то площадь трапеции А, Ф, Ж, Х сложенная с площадью трапеции В, С, Д, Е равна площади прямоугольника А, Б, Е, Ф. Взяли правильный восьмиугольник. Для двух противоположных ему сторон нарисовали прямоугольник. Докажите, что площадь этого прямоугольника – это половина площади всего правильного восьмиугольника.